Попасть в ДТП, но не трогаясь с места. Это не выдержка из фильма, а сегодняшняя авария на улице Прибрежной. Водители сразу трех припаркованных автомобилей были неприятно удивлены, обнаружив свои машины изрядно помятыми. А виновник аварии – белая Kia. Как рассказывают очевидцы, автомобиль двигался по Малой Морской, по направлению в Старый Город. Но каким-то образом умудрился задеть стоящий на обочине грузовик. Kia сначала попала в эту выбоину, а затем буквально поцеловалась с каждой из представительниц отечественного автопрома. В результате этой встречи девятка, пятерка и пятнашка изрядно пострадали.